чем вы увидите остров каннибалов. Как хорошо, что вы летите прямо над ним. Боже. Кэлвин, почему ты, Кэлвин, ты в порядке? Ладненько, похоже, ты в порядке. Думаю, самое время пособирать парочку журналов. Хорошо, через несколько дней у нас уже должен быть добротный лагерь для защиты от каннибалов. Надеюсь... Воу! Эй, Кэлвин, это один из чертовых каннибалов. Я поймаю его. Воу, окей, подождите. Немного агрессивно, не думаешь? Ого-го. Прости, но разве ты не собирался съесть меня? Да, мы каннибалы, это наше обычное поведение. Ты понимаешь, что находишься на острове каннибалов? Я имел в виду, я могу дать тебе себе надкусить. Не-не, не волнуйся, у меня все равно пропал аппетит. Знаешь, не люблю есть фанатиков. Божечки, я чувствую себя монстром. Так и есть, ты думаешь, что можешь приехать на наш остров и трактовать нам свои правила? В плане, боже, кто вообще воспитал тебя? Бог ты мой! Кэлвин! Вы сейчас серьезно? Что не так с этими парнями?